Доброго дня всем! Приветствую всех на своем канале. И сегодня я хочу показать, как сделать вот такие розочки на резиночке. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я буду использовать розовые и зеленые репсовые ленты шириной 2 сантиметра. Можно использовать и 2,5. И для розочки мне понадобится примерно 180 сантиметров ленты. Ленту складываем уголком и собираем на нить. Затем складываем ленту в ее ширину, примерно на 2 сантиметра, отгибаем уголок вниз, прошиваем. Снова отгибаем ленту примерно на 2 сантиметра. Уголок вниз. И прошиваем. Прошиваем так до конца. Я прошила всю ленту и немного ее стянула. И теперь буду собирать розочку. Буду помогать пинцетом. Склеиваю я примерно по 2 сантиметра. Примеряю, как лепестки ложатся, и приклеиваю. Сильно стягивать не надо.
перезакреплю ниточку. И доклею розочку до конца. Для листиков я буду использовать горячий нож. Очень облегчает и упрощает работу. Ленту складываю напополам. Зажимаю пинцетом. И обрезаю. Теперь зажимаю пинцетом наискосок. И обрезаю. Получается листик. Чтобы сделать вот эти надрезики, я вот так подношу и листики готовы. Я заранее подготовила резиночку и обклеила фетр такой юбочкой из кружев. Три листочка я склеила вместе с тычинками. И листочки я приклею на резиночку. И теперь я приклею розочку. Резиночки готовы.